Долго же тебя не было. Леонардо любит поболтать. Надеюсь, вы не только болтали. Неплохо. Мне тоже нравится. Я дала тебе знания, а Леонардо клинок. Осталось только сделать дело. Где мне найти Уберто? Мои девочки говорят, что вечером он будет на показе новой картины «Вероккьо». Это в церкви Санта-Кроче. Присмотрите за моей матерью и сестрой. Конечно, Эцио. Я позабочусь о них. Ты снова об этом? Ты перешел все границы, Уберто. Тебе ли говорить о границах, Лоренцо? Не ты ли присвоил титул принца флорентийского? Это неправда. Конечно, ты всегда чист. Как удобно. Что ж, теперь мы знаем, сколь велико твое влияние. Точнее сказать, ничтожно. Это был важный урок для меня и моих союзников. Да, твои союзники, паццы. В них все и дело, да? Остерегись, Лоренцо. Такие речи – путь к ненужному вниманию. Подходите, господа. Не стесняйтесь. Можно. Добрый вечер, Гонфаланьяр. И вам того же. Полагаю, вы... Ты... Ты бы поступил точно так же, дабы спасти тех, кто дорог. Да, верно. Так и вышло. Аудиторы не погибли! Еще остался я! Я! Эцио! Эцио Аудиторе! Ассасин! Лечу все! Где же я его? Мы странно чувствуем. Вон он! Не упустите его! Тебе сюда нельзя! Что ты здесь делаешь? Убирайся! Черт! Тебе сюда нельзя! Слезай! Немедленно! Тебя здесь не нельзя!